разрушение жировой клетки, лечение целлюлита, моделирование силуэта. К высоким современным требованиям к фигуре и состоянию тела сегодня отвечает эстетическая медицина, предлагая широкий спектр различных процедур. Но до последнего считалось, что для мышечного рельефа только спортзал. Однако и тут недавно произошел технологический прорыв. И теперь на рынке появился аппарат, который произвел революцию на рынке косметологических процедур. Он работает над телом в двух направлениях. Во-первых, это укрепление, усиление мышечного корсета, прокачка, проработка мышц с одной стороны, и с другой стороны похудение и сокращение жировой ткани. Да, это как практически как тренировка, то есть это можно назвать ленивый фитнес, либо фитнес для ленивых, потому что в спортзале мы усилия какие-то совершаем по моделированию своего тела за счет своей собственной энергии, за счет своей собственной силы, то здесь данные функции берет на себя аппарат, стимулируя мышцы электромагнитным импульсом, электромагнитной энергией, глубокие мышцы, приводя их в тонус, придавая им рельеф и толкая к их росту. Соответственно, наше тело становится упругим, гладким, рельефным, естественно, не за одну тренировку, не за один визит, а за курс процедур 2-3 раза в неделю. 30-минутная процедура сравнима с таким же походом в спортзал. Процедура BodySculpt, безусловно, облегчает жизнь и экономит время современным жителям мегаполиса. Однако стоит помнить, что приятная внешность – это еще и здоровый образ жизни, правильное питание, правильные мысли и положительный настрой.